Хороший результат работы и масштабные планы на комбинате «Запорожсталь» подвели итоги уходящего года и говорили о задачах на год наступающий. В ходе очного рапорта генеральный директор комбината Ростислав Шурма заявил, в 2014 году будет дан старт крупнейшему в современной украинской металлургии проекту строительства кислородно-конверторного цеха на комбинате «Запорожсталь». Хорошие показатели и слаженная работа коллектива. В 2013 году комбинат «Запорожсталь» упрочил позиции среди лидеров украинской металлургии. И это несмотря на нестабильную ситуацию на мировых рынках. За год на «Запорожстале» поставлено 225 производственных рекордов. В первую очередь снижены расходы на выпуск продукции, что в итоге дает повышение эффективности всего предприятия. Второй аспект нашей эффективности – это энергосбережение. Там у нас достижения не меньше. То, что мы с вами совместно сделали – это природный газ в Мартене, природный газ на ТЭЦе, природный газ практически на всех переделах. В итоге мы вышли, наверное, на минимум потребления природного газа, когда комбинат на сопоставимых объемах когда-либо потреблял. За год средняя зарплата на «Запорожстале» выросла почти на 13%, до более чем 6 тысяч гривен. Сейчас это один из лучших показателей в отрасли. Равно как и коллективный договор, все пункты которого неукоснительно выполняются. В основе всех достижений – заинтересованность каждого специалиста в работе на общий результат. Это, отмечают представители законодательной власти, основа развития экономики страны. Государство должно управлять больше трудовые коллективы. Вот то, что трудовые коллективы, особенно те, которые на сегодняшний день показывают пример в работе, пример в решении социальных задач, с тех условий, которые вы вместе с профсоюзом заключали, вот это должно быть главное определяющее. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что такая хорошая, дружная работа непосредственно руководства завода и профсоюзной организации позволяет решать такие задачи. В 2013 году комбинат реализовал ряд проектов, направленных на развитие всей области. Среди них конкурс «Мы – это город», который помог многим запорожцам по-новому оценить свою роль в повышении комфортности жизни в регионе. На достижение этой цели направлена и модернизация производства в рамках программы «Мединвеста». Значительному снижению влияния предприятия на окружающую среду будет способствовать строительство конверторного цеха. Старт самому масштабному в современной украинской металлургии проекту будет дан в следующем году. Я могу однозначно сейчас сказать и со 100% уверенностью, что 2014 год – это будет год начала строительства конверторного цеха. Поэтому очень знаковый год для нашего комбината. Неизменные ориентиры в работе руководства комбината – инвестиции в модернизацию и повышение социальных стандартов, заверил Ростислав Шурма, поздравляя коллектив «Запорожстали» с наступающим Новым годом. Я хочу пожелать всем здоровья, благополучия, хорошего, громкого детского смеха дома, хорошего настроения, человеческого счастья. Ну и чтобы всегда, приходя домой, вы были горды за родной комбинат «Запорожсталь», за наши очередные рекорды, за наши очередные достижения.